Так, вот такое вот место есть в Перну. Называется Стефани. Пицца-ресторан. В общем, были здесь. Вот такое вот место. Заказали салат под номером 33. Стоил 7 евро. Вначале принесли номер 34, запарились. Потом извинились, принесли вот этот. Стоил 7 евро. Теплый салат. Сделан на самом деле не от шеф-повара, а как будто дома сделано было просто купленные продукты, такие как там маргарин, томатный кетчуп. Просто все размешали, нарубили и подогрели в микроволновке. Особо, короче, нам не понравилось. Так что вот, дизлайк. Все, спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь.